Сегодня у нас по плану ритуальная казнь вредоносной литературы. Как-то несколько лет назад я собирался свой подвал очистить от сочинений Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна и всякой прочей нечисти. Но в тот момент нашелся один из моих друзей, который сказал, что все заберу, себе в подвал на дачу перевезу. Но я не мог отказать, и поэтому все это хозяйство не было тогда сожжено и переехало к новому владельцу. Но теперь я обнаружил, что у меня остатки этой роскоши еще где-то в темных уголках подвала сохранились. И вот сегодня ритуальная казнь вот такой литературы. Вот что это за литература. Видите, воспоминания о Марксе и Энгельсе. Такое добротненькое такое издание, прямо с вклеенными иллюстрациями на первой странице. Все очень так качественно, с картинками. Вот вам все это. Какой год издания, только надо посмотреть. Пролетарии всех стран, объединяйтесь, никогда не объединялись. 56-й год издания. Тираж 200 тысяч экземпляров. Один том здоровенный вот такой. А вот это три тома. Вот тебе Ленин. Примерно то же самое. 57-й год. Ну, по-моему, следующие более поздние. Тоже вот такой томище. Просто с ума сойти. Вот. Вот такая литература. Плюс всякий иллюстративный материал. Ну и все будет это сожжено вместе с мусором на костре. Этот исторический мусор должен быть уничтожен. Тиражи по 200 тысяч экземпляров. Вот эта вся мерзость. Вся эта гнусная русофобия. Я надеюсь, что и нынешний русофобский режим, все, что от него осталось, вот точно так же будет сожжено и уничтожено. Целый век русофобии, государственной русофобии, последовательного истребления русского народа. Да будьте вы прокляты! Ленин, Сталин и все их союзники, симпатизанты, все их поклонники, вся эта нечисть русофобская. Куда ни сунешься, везде эта мразь. Везде эти русскоязычные россияне, которые мечтают о том, чтобы сталинщина пришла. А она уже пришла. Мое обращение ко всем русским людям. Уничтожайте эту эпоху прежде всего в своем сердце. Она должна полностью выгореть, и только в этом есть шанс на спасение нашего народа. Сатанинская эрефия Богу точно не нужна. И значит, не будет благословения. И дальше останется только действие сил, которые противны всякой жизни. И они исходят из покалеченной души человека. Вот это происходит с ним. Он сам себя уничтожает. И это символический огонь, который уничтожает наш народ. Но лучше направить этот огонь для очищения страны, своей собственной души. Да будет так. Визуальный ряд, который калечил мозги людей и до сих пор калечит. Это нечисть русофобская, которая пришла к власти и целый век корежила нашу страну. И до сих пор продолжают отпрыски Дзержинского и всей чекистской нечисти. Берия, Ягоды, Ежова. Вот эти выкормыши, они правят сейчас нашим народом и ломают ему мозги, продолжая свою красную пропаганду. Это как молитва Богу об избавлении, чтобы этот режим был проклят, и тогда он будет завершен. А сейчас он продолжается. Хотелось бы, чтобы он весь погорел, весь до остатка. И чтобы на чертовских жаровнях жарились нынешние правители, которые продолжают оставаться теми же самыми коммунистами, только перекрасившимися, сменившими знамена и лозунги. А по сути, это точно такая же нечисть.